Ассортимент «Людмилы Плюс» снова пополнился. В продажу поступили обои под покраску разной структуры. Порадуют они и ценой, и качеством. Особое внимание стоит обратить на ламинат. 8-миллиметровый высокопрочный 34-й класс. Вдобавок влагостойкий, пропитан специальным водоотталкивающим раствором. Произведен он в России по немецкой технологии. И стоит всего 466 рублей за квадратный метр. Пополнился и ассортимент керамической плитки. Он в «Людмиле Плюс» всегда большой. Именно многочисленные преимущества керамической плитки позволили стать этому материалу незаменимым в отделке квартир, кухонь, ванных и туалетных комнат, душевых. Керамическая плитка – это целый спектр достоинств: экологичность, пожаростойкость и практичность. И главное, это очень красиво и недорого. В торговом доме «Людмиле Плюс» керамическая плитка на любой вкус и кошелек. Цены от 320 рублей за квадратный метр. Плитка разного цвета, размера, фактуры. Широкий выбор декора. Это и цветочные композиции, и панно. А бордюры и вовсе можно купить всего по 5 рублей за штуку. Здесь же качественный клей «Богатырь», многоцелевой и особо прочный. Он подойдет и для наружных, и для внутренних работ. Кроме того, как всегда, в торговом доме «Людмила Плюс» можно приобрести ванны. Они от 3 500 рублей. И душевые кабинки. Здесь выбор ограничивается только фантазией клиента. Кабинки любого размера с разным набором дополнительных функций. Гидромассаж, подсветка, встроенное радио и даже функция громкой связи для ответа на телефонные звонки. А еще в «Людмиле Плюс» широкий выбор санфаянса, унитазы, раковины. А скидки и специальные предложения за почти 20 лет работы торгового дома в «Людмиле Плюс» уже стали доброй традицией. Выгодные акции здесь проходят почти на каждый праздник. Купить все самое необходимое для качественного и недорогого ремонта в «Людмиле Плюс» можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера по адресу Донская 3/3. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.